29 января в концертно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся 18-й городской открытый экологический форум школьников «Зеланд». Тема образовательного форума стала изучение охраны растительных ресурсов. Участие принимают учащиеся 8-11 классов. Нам, организаторам, очень важно узнать, как вы провели 2017 год с точки зрения экологии, год экологии и общественных пространств в Республике Татарстан. Немножечко похвалиться разрешите перед вами. В 2017 году городской детский эколого-биологический центр получил новое здание. Филиал «Экоцентр Дом» называется. Мероприятие проводится с 2001 года и направлено на создание оптимальных условий для интеллектуального и творческого самовыражения школьников, содействие предпрофильной работе со старшеклассниками. Вот когда смотришь на все это наше прекрасное экологическое сообщество, понимаешь, что все это делается не зря, все это делается во благо воспитания экологической культуры, экологического образования и создания и продолжения деятельности экологической в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране. Городской открытый экологический форум школьников «Зеланд» является ежегодным итогом работы школьников по проекту «Зеланд». Диана Шилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универньюз.